Геннадий Петрович, я... Ничего страшного. Мне даже приятно. Я сейчас нашего директора чуть с ног не сшибла. И что, уволил он тебя? Да нет, он сказал, что ему даже понравилось. Девочки. Давай. Ну что, с отпуском определились? Мы с Сережей еще пока не решили, куда поедем. На пляжах уже навалялись, хочется чего-то необычного. С адреналином, с драйвом. Так а вы в Африку езжайте, там Эбола, там такой драйв, такой адреналин, загар просто супер. А вы что с Игорем, какие планы? А мы в Венецию полетим. Ну там романтика, мост вздохов. Кайф. Ой, болото болотом. Была я в этой Венеции. А на этом мосту не влюбленные вздыхали, а заключенные, когда их на казнь дадут. Успокойся ты уже. Машунь, а где твой Игорек-то? Что-то не видно совсем. Кто нам пойдет за коктейлем? Я сейчас. Давай. Маша вторую ночь не спит и ничего не рассказывает. Коль, ты меня слышишь? Угу. А ты лучше спрашивай, и она и расскажет. Что значит лучше? Я и так, и этак. Расстались, и все. А что расстались? Почему расстались? Да, жаль. Мне Игорь нравился. Классный юрист. Из парня выйдет. Так родители хорошие. И квартира хорошая у него. Я не знаю, что еще. На квартиру я сама себе заработаю. И вас еще на старости лет обеспечу. Так, тебе и чай, и кофе, что ты? Я уже очень опаздываю. Можно, пап? Все, побежала. Вы у меня самый лучший, самый любимый. Я вас люблю. У меня все хорошо, правда? Видишь? Все хорошо. Простите, а вы не могли бы закрасить эту надпись? Краски мало, девушка. А на вторую слойку мне вообще не хватит. А так хватит?
Так хватит. Ну, за работу тогда. Сейчас сделаем. Геннадий Петрович, я на секундочку отлучился. Бывает. Как тебя зовут? Андрей. Работай, Андрей. Доброе утро, Геннадий Петрович. Доброе утро, Рита. Вы просили напомнить, что надо решить вопрос начальника отдела финансовой отчетности. Да, я помню. Слушай, а у них там в отделе новенькая, Черкасова. Вот и пригласи ее ко мне. Петр Фомич, здравствуй. У тебя на шлагбауме парень стоит? Андрей, по-моему. Да, он вообще нормальный? Что-что? Да я как не приеду, стою, как баран перед воротами, его на месте нет. Да? Можно? Да, слушай, сделай что-нибудь с этим. Но лучше уволь. Здравствуй, Маша. Здравствуй. Как работа? Трудно, небось, без начальства. Тяжело, Геннадий Петрович, но мы стараемся. Ну, что вам еще остается? Ты знаешь, я тут подумал, чем искать на стороне. Назначу-ка я начальником отдела тебя. Меня? Ну, я же ведь только год работаю. Ну и что? У тебя прекрасное образование. Опыта работы, конечно, маловато, но с этим мы поможем. Главное, светлая голова и трудолюбие, с этим у тебя полный порядок. Спасибо, Геннадий Петрович. Я буду стараться. Ну, твою кандидатуру еще надо утвердить у вице-президента нашего. Но это чистая формальность. Он в мои дела не лезет. Так что, добро пожаловать в команду. Я могу идти? Да. Начальником отдела с окладом согласно штатному расписанию. А с чего это вдруг? Ну, по-моему, Гена глаз на нее положил. Или я совсем в мужиках не разбираюсь. Действительно странно. Работает без году неделю, а уже начальник. Смотри, подруга, я этих молодых пираний знаю. Уведет мужика, глазом моргнуть не успеешь. Хватит пугать-то. Он один? Один. Красота — это страшная сила. Много еще? Да нет. Я слышала, у нас новый начальник отдела появился. Появился. Хлебова ушла 2 месяца назад в декрет. Сколько тянуть можно? А почему Черкасова? Опыта нет. Работает всего год, ничем себя не проявила. Ну, пусть себя и проявит. Каждому человеку шанс нужен. Это мотивирует. Просто хотела сказать, что мог бы со мной посоветоваться. Ну, все-таки я твой заместитель. Ну, извини, закрутился. Слушай, ты можешь Черкасову представить в отделе, а то мне уезжать нужно. Хорошо. До вечера, медвежонок. До вечера. Все, вечером. Минуточку внимания. Хочу представить вам нового начальника вашего отдела. Черкасову Марию Николаевну. Это решение Геннадия Петровича. Все вы Машу знаете. Работает она недавно, но зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.
Поэтому назначение это вполне заслуженное. Ко мне вопросы есть? Ну, раз вопросов нет, тогда все понятно. Приступайте, Мария Николаевна, к работе. Желаю вам удачи. Это такая же неожиданность для меня, как и для вас. Надеюсь, что мы с вами друг друга не разочаруем. Маша, нам надо в отдел кадров зайти. Пойдем. Я что-то не поняла. С какой-то лучшей стороны она себя зарекомендовала. С какой, с какой? С той самой, которая Гене больше нравится. До свидания, дядя Мить. Хорошего вам дежурства. Спасибо, Машуль. До завтра. До завтра. Машенька, привет, это тебе. Подари это кому-нибудь другому. Давай поговорим. Нехорошо так исчезать раз и навсегда. Знаю один чудесный ресторан. Слушай, я не поеду никуда с тобой, не хочу с тобой говорить. Виноват, согласен, и готов полностью искупить свои грехи. Скажи, что сделать, чтобы ты меня простила? Я уже говорила тебе, просто оставь меня в покое. Ну а как же Венеция? У меня забронированы билеты. Игорь, я хотела поехать в Венецию с любимым человеком, а не с подлецом. Маш. Пожалуйста, если хоть каплю совести осталось, назвони мне. Ну тут ты, Маш, не права. Совести у меня нет. А ты куда собрался? Хорошего помаленьку, Зин. Пора в твою холостяцкую берлогу. Зачем в берлогу? Там холодно, холодно. Оставайся лучше у меня. Нет, Зин, мне надо поработать, а с тобой я не могу сосредоточиться. Ой, я спрячусь на кухне, ты меня не увидишь, не услышишь. Ну? Зачем тебе прятаться в собственном доме? Лучше отдыхай. Увидимся с тобой завтра. И не провожай меня, а то простынешь. Так, один экземпляр контракта отнесешь в бухгалтерию, а другой остается у тебя. Ну, поздравляю. Спасибо. Ты угощайся, не стесняйся. Теперь у тебя работенки прибавятся, молодой человек недоволен будет. Да у меня никого нет. Как так? Такая красивая и одна. А у нас тебе никто не нравится? Я считаю, что на работе надо работать. Хороший ответ, молодец. У меня для тебя первое задание. Это квартальный отчет по МСФО. Угу. Я уже начала его делать. Но теперь это будет твоя работа. Справишься? Я постараюсь. Ты не волнуйся, я потом все проверю. Я могу идти? Да, конечно. Ты заходи почаще, будем лакомиться. Thank you.
Девушка, а что вы здесь делаете? Работаю. А вы знаете, сколько уже времени? Знаю, но мне нужно закончить очень важный отчет. Я все понимаю, но вам придется закончить его завтра. Дело в том, что по инструкции в это время в здании банка не должно находиться посторонних лиц. А вы кто такой? Что-то я вас раньше в банке не видела. Я? Новый охранник. Зовут меня Егор Петров. Егор, разрешите мне, пожалуйста, еще немножечко посидеть? Дядя Митя мне всегда разрешает. У дяди Мити свои правила. У меня есть инструкция, которой я должен следовать, иначе меня уволят. Поэтому я попрошу вас покинуть помещение. А, то есть вы считаете, что я просто так вот здесь сижу, да? Нет, я так не считаю. Я хочу сказать, что порядок есть порядок, и его нужно соблюдать. С ума сойти. Доброе. Всем доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Черкасов. Где ты ходишь? Я тебя обыскалась. Дуй вниз, Геннадий Петрович ждет. Что, прямо сейчас? Да, ноги в руки и бегом. Но у меня отчет. Какой отчет? Завтра. Пошевеливайся. Джентльмен нашелся. Рита, скажи, а куда Гена с Черкасовой поехал? Сказал к начальству Черкасову представлять. А что? Противная она все-таки. На кривой козе к ней не подъедешь. Ну, я кое-что придумала. Я к тебе зайду через полчасика, поболтаем. Ты нашему вице-президенту понравилась. Я видел, как он на тебя смотрел. Я так испугалась, когда он меня по клиринговым операциям начал гонять. Как на экзамене. Да, Львович любит изобразить из себя крутого банкира. Ну что, Марья Николаевна, нужно отметить назначение. Предлагаю легкий ужин в ресторане. Хорошо. Только легкий и недолгий. Договорились. А между прочим, у меня тоже есть кое-что, что нужно отметить. Так что у нас двойной повод. Хочешь узнать, что за повод? Интересно услышать. Скоро я уеду от вас. В Москву. В центральный офис. Иду на повышение. Я вас поздравляю, вы это заслужили. Жалко, конечно, что вы нас покидаете. Смотря кого. Я думаю, что пару своих людей мне разрешат взять. Не хочешь со мной поехать? Мне красивые, умные, нужны Москве. Геннадий Петрович, я заметила в последнее время, что вы ко мне стали как-то по-другому относиться. И... Потому что ты мне нравишься. А к тем, кто мне нравится, я отношусь по-особому. Это ты правильно заметила. Ну что, Маша?
За твои успехи. Подумай про Москву. Хорошо. Официант. Я тебя отвезу домой. Вы же выпили. Да, это совсем чуть-чуть. И к тому же я 20 лет за рулем. А куда мы едем? Ко мне домой. Я угощу тебя очень вкусным кофе. Мне друзья из Колумбии привезли. Не то, что это бурда из ресторана. Уже поздно. В следующий раз с удовольствием. Маш, да я тебе обещаю, что через час ты будешь уже дома. Пожалуйста, остановите машину. Геннадий Петрович, пожалуйста, я хочу домой. Остановите машину, пожалуйста. Геннадий Петрович, остановите, пожалуйста, машину. Я вас прошу, пожалуйста. Геннадий Петрович, до свидания. Строптивая какая. Это точно Черныч. Немного ли вы чая пьете? Доброе утро, Геннадий Петрович. Могли бы поработать для разнообразия. Я как раз для этого вас и жду, Геннадий Петрович. Разрешите? Ты зачем вчера телефон отключил? Я тебе весь вечер звонила. Я на переговорах был. Какой у тебя вопрос? На переговорах с Черкасовой. Вопрос? Ты за мной шпионишь, думаю? Что ты, Геночка, просто спросила. Ну вот и иди работать. Кстати, где мой квартальный отчет по МСФО? А у меня работы много. Я его Черкасовой поручила. Можно? Да-да. Принесла отчет? Всю ночь сидела. Вы посмотрите, пожалуйста, внимательнее. А то я такой сложный отчет никогда не делала. Расслабься, я проверю. Все будет идеально. Геннадий Петрович у нас очень строгий в этом плане. А ты иди пока, работай. Да, Маша. Рано еще тебе такие отчеты писать. Здесь опыт нужен, а не красный диплом. Передай Гене, пожалуйста. А ты? Не хочу к нему заходить. Скажи, что это отчет Черкасовой. Хорошо. Не то слово, Ритуль. Геннадий Петрович, разрешите? Спокойно, начальник. Что там Геннадий себе тут? Теперь вам еще что-то. Это да. Не мышь, а мышка. Ну, прекрасно. Теперь нами студентка. Черкасов. Ты видал, да? Мышка. Я так работаю, понимаешь? Невозможно так работать, понимаешь? Маша, срочно, Геннадий Петрович. Зачем, ты не знаешь? Не знаю. Он сказал срочно. Так помчалась, чуть каблук не сломала. А как же? Ведь Геннадий Петрович вызывает. Ну и вкус у него смотреть вообще не на что. Серая мышь. Это да. Это что такое? Это промокашка, а не отчет.
чему вас только в институте учили. Я могу переделать, вы только скажите, что. Все! Только времени учить у меня нет. Простите, что я вас подвела. За свои ошибки нужно отвечать. Сегодня мы проводим презентацию наших банковских продуктов. Я надеюсь, хоть с этим ты справишься. Я постараюсь. Возьмешь всю информацию буклета у Зины? Вопросы есть? Нет. Вот тогда вперед из песни. Да, кстати. Подумай над своим поведением. И над своим будущим. Хорошо, Геннадий Петрович. Я могу идти? Иди. У вас что-то случилось? Нет. Может, я могу чем-то помочь? Вы? Спасибо, Абандус. Да, а за что Гена тебя на презентацию сослал? Самое место для начальника отдела. Отчет не понравился. Жаль, что он ему так срочно понадобился. Я даже пролистать его не успела. Сильно влетела. Я его таким злым никогда не видела. Знаешь, между нами Ген человек не самый приятный. Несколько лет назад у нас работала одна девушка, Света. Наш Гена хотел сделать ее своей любовницей, а она его отфутболила. Закончилось все печально. Гена загнобил несчастную, довел до нервного срыва, а потом уволил. Неужели он на такое способен? Я Гену давно знаю. Мужик, он злопамятный и упрямый. Ты это учти. Ну и что мне теперь делать, уволиться? Я не знаю. Я просто хотела тебя предупредить. Будешь конфет? Нет, спасибо. Я могу идти? Да, конечно. Уважаемые клиенты нашего банка, обратите внимание на наши новые банковские продукты. Мы снизили проценты по кредитам и повысили ставки по вкладам. Не упустите свою выгоду. Отлично здесь смотришься. Просто класс. Извините, вы там кофе в аппарате забыли. Ничего страшного. Мы тумбу перенесем вот туда. А зачем? Она вам мешает? Или, может, так требует техника безопасности или еще какая-то инструкция? Нет, просто здесь дует, а там нормально. Простите. Давайте перенесем. Маш, привет. Ты с каких-то пор в рекламном агентстве работаешь? Ты что, пришел, чтобы поиздеваться надо мной? Нет, прости, я пришел сказать, что без тебя очень плохо, Маша. Мне очень жаль. Вы можете переезжать на новое место, все готово. Спасибо, Егор. Егор, а может быть, вы мне поможете перенести вот эту стойку? Да, конечно. Простите. Маша, а ее там же поставили? Да, туда, около тумбы. Игорь, иди. Мне работать нужно. Еще увидимся. Непременно. Дядь Митя, через 20 минут закрываемся. Я пойду кофе возьму. Вам что-нибудь взять? Да нет, спасибо. Я до дома потерплю. Чего зря деньги тратить? И какой у вас процент? Но это зависит от многих факторов. Сейчас у нас акция. А если вы берете... Я ничего не беру. Мне надо подумать. Спасибо. Я к вам завтра зайду. Всего доброго. Спасибо.
быстро, отца! Шевелись быстрее, отца! Деньги в сумку, быстро! Ноги на свободе! Давай, 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 стоять! Маленькая, никто не пострадает. Чё ты вырубишь на меня? Сейчас они увидели меня. Меня. Они видели мое лицо. Что делать? Спасибо, дядь Митя. Маша, ты как, в порядке? Тебя не зацепило? Ты молодец, отлично держалась. У тебя кровь? Да это фигня, царапина. Маш, как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит? Может быть, чего-то хочется? Нет, ничего не хочу. Как Егор? Врачи сказали, будет жить. Увезли в больницу. Марина, тебя отпустили? Да, следователь сказал, что можно ехать домой. И Маша тоже. Хорошо. Поезжайте. До конца недели я вас отпускаю. Восстанавливайтесь. Приходите в себя. Если будут звонить журналисты и спрашивать про ограбление, ничего не рассказывайте. Скажите, следователь не велел. Ясно? Я позвоню водителю, он вас ответит. Очень больно. Да нет. Просто не ожидал тебя здесь увидеть. Вот и дернулся. Букета от коллектива было достаточно. Ты сказки-то девушке не рассказывай, достаточно. Правильно сделала, что пришла. А то за 3 дня ни одной живой души не было. Это ж не дело. Да ладно тебе, Семенович. А как это? Семья, родные? Да нет у меня никого. Я ж детдомовский. Я тебе гостинцы принесла. Купила на свой вкус. Я не знаю, что ты любишь. Спасибо большое. Я вообще все на самом деле люблю. Особенно после больничной кормежки. Да, точно. Может быть, ты чего-нибудь еще хочешь? А ты можешь книжки принести? А то здесь так скучно, что повеситься можно. Да, конечно. Мужчина, готовь мне скуку. Девушка, вы подождите в коридоре, пожалуйста. Я тебя в коридоре подожду. Хорошо. Геннадий Петрович, ну если бы не Егор, нас бы ограбили. Он, ну, настоящий герой. Да, герой. Дедуля тоже боец оказался. Да я про то же говорю. Только Егора еще и ранили. Геннадий Петрович, а давайте мы им премию дадим. Ну так все считают. Дадим. А ты что, общественница стала? Нет, почему? Я просто за справедливость. Я тоже за справедливость. Прости меня, здесь больше нечего, бес попутал. Хорошо, я вас прощаю, Геннадий Петрович. Мир. Мир.
чего ж вкусный, зараза. Молодец, Машаня. Ты бери еще, я наелся. Правда? Правда. За такой пирог и жениться можно, а, герой? Да я бы и без пирогов женился. Так, в чем дело? Да нафига я ей нужен? Ты видел ее? Она вон будущий банкир. Мама у нее профессор. Доктор наук. А я кто? Конь в пальто. Парень, ты геройский, а подход у тебя лакейский. Пойми ты, девушка мне должности с деньгами нужны, а чтобы их любили. И чтоб они своего кавалера уважали. Понял? Понял. Ну, если что, буду ссылаться на тебя, как главного специалиста по женскому полу. Угу. Это Егор, мой спаситель. Ну, и как все настоящие герои, он очень скромный. Мне с трудом удалось уговорить его, чтобы он к нам пришел. Неправда, я хотел. В смысле, с удовольствием. Это вам. Машенька, ты совсем Егора засмущала. Спасибо, что вы пришли. Мы с Николаем Павловичем очень хотели с вами познакомиться. Да. Теперь я твой должник. Обращаюсь по любым вопросам. Ну, чего мы стоим-то? Давай, проходи. А это вам маленький презент от нашей семьи. Спасибо. Ну, это, конечно, помимо той огромной благодарности за Машеньку. Спасибо большое. Правда, как-то неудобно. Неудобно небритым ходить. Бери и пользуйся на здоровье. Правильно. Ну, рассказывай дальше, Егор. Ну, после детдома я год проработал на заводе. Потом в армию ушел. Там научился с парашютом прыгать. Ой, а я всегда мечтала с парашютом прыгнуть. Если захочешь, я могу тебя научить. Вот, а после дембеля уже устроился вот в охранное агентство. Там уже третий год работаю. Но как насчет образования? Я имею в виду института. Ну, вы же не собираетесь всю жизнь охранником работать? Ну, конечно. Я вообще после школы хотел поступить в автодорожный и изучать конструкции автомобилей, но как-то армия, потом, да и после армии все уже подзабыл. И нужно было на жизнь зарабатывать. Мам, ну вот видишь, такие хорошие ребята, как Егор, не могут получить образование. А в то время, как у тебя в институте, полно бездарей и лодырей, за которых платят родители. Маш, я не очень сейчас понимаю, о чем ты говоришь. Жизнь, дочка, вообще несправедливо устроена. Поэтому мы сами должны ее улучшать. Да, Егор? Да. Я тоже считаю, что все зависит от нас. Давай за нас и выпьем. Егор, а ты все еще хочешь поступить в свой автодорожный институт на заочное отделение? Шутишь? Я же экзамены не сдам. Я поговорила с мамой, и мы готовы тебе помочь. Она позанимается с тобой физикой, а я по другим предметам. А зачем вам это нужно? Неважно. Ты сам-то хочешь? Или охранник — это твоя мечта? Хочу, конечно. Бедный парень. И зачем он Черкасову понадобился? Не знаю. На героя ее романа он явно не тянет. А если это любовь? Не смеши меня. Хотя мысль интересная. Совсем ты меня забыл, мой медвежонок. В гости не заходишь. На работе избегаешь. Что-то случилось? Работы много, устаю, как собака. И про Москву я от других узнала. Боялся, что с собой попрошу взять. Не хотел говорить раньше времени. Слушай, Гена, ты меня за дуру-то не держи. Я тебе навязываться не собираюсь. Но напоследок, как в песне поется, скажу. Сволочь ты, Гена.
А, да, кстати. У твоей протеже Черкасовой роман с нашим охранником. Видать, он лучше, чем ты. Рита, позови меня Черкасова. Подготовь мне завтра отчет по нашей клиентской базе. Хорошо. А когда он вам нужен? К обеду успеешь? Успею. Через две недели меня уже здесь не будет. Видел свой кабинет на 20 этаже. Вид на Москву потрясающий. Ну, я вас поздравляю, желаю вам удачи. Не надумала со мной ехать? Нет, я здесь останусь. А это правда, что у тебя роман с охранником? Да кто вам сказал? Ну, какая разница? Я в это, если честно говорить, не верю. Что может быть общего у такой хорошей девушки, как ты, с простым охранником, у которого одна извилина в голове? Кто вам позволил вообще оскорблять человека? Ты чего взрепенилась? Так это правда? Рита, иди домой, на сегодня ты свободна. Что вы делаете? Так значит, охранник оказался лучше, чем я? Покажу. Лена отправила его домой. А сам заперся с Черкасовой в кабинете. Пустите ее! Отпустите! Ты что, охранил? А ну пошел вон отсюда! Пойдем. Я вас уничтожу обоих! Ты не знаешь, с кем ты связался! На работу покажусь. Зачем тебе туда вообще возвращаться? Ну, потому что мне хотя бы нужно заявление об уходе написать. Еще потом две недели там отработать. Маш, если тебе потребуется моя помощь, я всегда буду рядом. Спасибо. Уже поздно, мне спать пора. Намек понял. Исчезаю. Егор! Ну что, до завтра? До завтра. Подожди. Парня от своего геройства крышу снесло.
Девушки жалуются, что пристает он к ним. Да, убери его, но лучше уволь. Да прям сегодня можешь, что тянуть. Давай, Фомич, спасибо. А где Егор вышел? Его уволили. Прям с утра. Как это уволили? В смысле, за что? За недостойное поведение. Кто-то настучал, что он пьяный на работу ходит и к сотрудницам банка пристает. Слушай, какая-то неправда. Правда, неправда. Есть приказ. Привет. 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 Проходи. Обувь снимаем, воду в ванной не льем, счетчики общие. А между прочим, по закону вы можете курить только у себя в комнате. Иначе вас можно привлечь к административной ответственности и взыскать штраф. Молодец, да? Маша. Вот так вот, Анна Петровна. Так что сидите у себя в комнате и травитесь на здоровье. Егор, тебя уволили ни за что. Поклеветали, так нельзя. Оставлять это нельзя. Маша, да не горячись ты так. Ну, у меня есть руки, ноги, голова, я найду новую работу. А этот человек будет жить дальше и думать, что ему все дозволено, да? Егор, дай мне, пожалуйста, телефон твоего начальника, я хочу с ним поговорить. Не надо, я все равно в банк не вернусь. Егор, дай мне, пожалуйста, телефон. Да не получится, мой шеф и Гена, они приятели, понимаешь? Прости. Получается, что я тебя подставила, и ты опять из-за меня пострадал. Я себя пострадавшим не считаю. Я поступил так, как посчитал правильным. А не защитить тебя я просто не смог. Потому что люблю тебя с тех самых пор, как первый раз увидел. Извини, я должен был это сказать. Я все понимаю. Охранник, детдомовец, нафиг тебе такой нужен? Но я без претензий и без обид, правда. Просто мы вряд ли скоро увидимся, и я хотел, чтобы ты знала. Егор, ты что, до сих пор ничего не понял? Мне не важно, кто ты, откуда ты. Ты для меня самый лучший, и я хочу быть только с тобой. В чем дело, Черкасова? Во-первых, я увольняюсь, а во-вторых, я подала заявление в полицию о попытке изнасилования. У меня есть доказательства, свидетель. Какое изнасилование? Какие доказательства? Вот. Я добьюсь того, чтобы вас наказали по полной программе. Это вам за меня, а это за Егора. Больная. Как же так, Геночка? Прямо на рабочем месте? Что, так приспичило? Ну, прекрати, пожалуйста. За это не сажают. Возможно. Но руководству банка такая история явно не понравится. Особенно накануне твоего назначения в Москву. Может, она никому не показала? Как ты думаешь? Зинь, ну придумай что-нибудь, ты же такая умная. А раньше ты меня так не ценил, мой медвежонок. Ну, помоги, пожалуйста. Я, Ген, правда не знаю, чем тебе помочь. Вот зря ты к нам не приехала. Какая погода была прекрасная, да?
В лесу благодать. Мы вон с отцом целую корзину белых набрали. Нам твой Игорь звонил. Жаловался, что трубку не берешь. Спрашивал, как твои дела. Сразу видно, переживает. Может, помиритесь? В жизни всякое бывает. Ну, забудется. Игорь очень хороший мальчик. Да? Из него получится прекрасный муж. Не надо. Чего не надо? Ну, про Игоря не надо. У меня теперь есть Егор. Егор, так, а что значит есть? Ну, значит, что мы с Егором любим друг друга, и мне никто не нужен. Ты хочешь сказать, что ты влюбилась в охранника? Мам, ну ты сама говорила, что важен человек, а не его социальный статус. Так я от своих слов не отказываюсь. Но ты и охранник-детдомовец. Что у вас может быть общего? Коля, что ты молчишь? Да я в шоке. Маш, одумайся. Да это я в шоке. Потому что у меня с Егором, оказывается, больше общего, чем с родителями. Где Геннадий Петрович? К нему из налоговой приходили? Я сказала его начальству. Где Геннадий Петрович, я не знаю. Час назад его уволили за поведение, компрометирующее деловую репутацию нашего банка. Ого, быстро они узнали. Неужели Черкасова настучала? Ты? А ну и молодец, и правильно сделала. Так ему кобелю и надо. Вот приказ о моем назначении директором нашего филиала. Поздравляю. Молодец! Здравствуйте. А Егор дома? Егор, к тебе пришли. Привет. Привет. Как соскучился. Мне тоже. Ну, какой сегодня день? А, с утра был вторник. Ой, Егор, ты что, забыл? Ну, вообще-то сегодня 10 дней, как мы встречаемся. Да ладно. Балда. Блин. Ты что, правда думаешь, что я забыл? Вуаля, как говорят французы. Спасибо. Подожди. Это мой подарок. Вау. Да, а то читаешь какие-то детективы про машины. Круто. А о чем она? О чувствах. О том, что настоящая любовь бывает однажды и навсегда. Однажды и навсегда? Так это же про нас с тобой. Здравствуйте, Зинаида Олеговна. Здрасте всем. Ну как вам? Прекрасно. Это что такое?
предлагаю отметить, подруга. Во-первых, слезь со стола. Во-вторых, не подруга, а Зинаида Олеговна. А в-третьих, никакого алкоголя в рабочее время. И позволь напомнить, что теперь я твой начальник, а ты мой секретарь. Иди, работай. Что думал, что у меня сердце из груди выпрыгнет. Ну, постой, отдышись. А как же кино? Мы на него опоздаем? Я на него целую неделю собиралась. Не твое сердце важнее. Ну, все. Кстати, это тебе. Ну что, идем? А ты отдышалась? Отдышалась. Точно? Точно. Ну, тогда пойдем. Пойдем. Ой. Как твой день? Хорошо? Хорошо. Я сегодня долго не проснулся. Я 3 раза переставлял будильник. Подожди, а это случайно не Геннадий Петрович? Похож. Во что человек превратился? Такой был самоуверенный банкир. Да. Ну, ты же сама хотела его наказать. Знаешь, я, наверное, пойду в полицию и заберу свое заявление. Почему? Ну, смотри, как его жизнь наказала. А я и так счастлива. Машка, ну ты даешь. Давай хотя бы обрадуем его, а то повесится с горя. Геннадий Петрович! Здрасте! Идемте к нам! У нас важная информация для вас. Вот это картина. Человек убегает от своего счастья. Вот это парадокс. Егор, пойдем лучше в кино, а то опоздаем. Не драматизируй. Маша скоро поймет, что он ей не пара, и бросит его. Как же плохо ты знаешь свою дочь. Мы слишком правильно ее воспитали. Вспомни, что она тебе рассказывала про социальный статус. И что ты предлагаешь? Бороться. Бороться, пока она не испортила свою жизнь. Да, пусть она сейчас не понимает, что охранник ей не пара, но потом она с тобой нам скажет спасибо. Почему ты уволился из банка, солидное учреждение, не то что какой-то парк? Ну, зато здесь целый день на свежем воздухе. Да я думаю, недалеко всего, 10 минут пешком. Да, понимаю. Удобно. У меня к тебе серьезный разговор. Я вас слушаю, Елена Витальевна. Ты хороший, симпатичный парень. Уж поверь мне, как преподавателю я знакома с современной молодежью. Спасибо большое. Мне очень приятно, что вы меня так цените, правда. И я, и Николай Павлович, мы оба просим тебя оставить Машу. Я понимаю, что вы влюблены друг в друга, но ваши отношения имеют будущее. Ты, как взрослый человек, Егор, ты сам это понимаешь. Так вот, зачем вы пришли? Я, как взрослый человек, скажу вам, что бы вы ни думали, у нас с Машей есть будущее. Это слова, Егор. Это слова, а что ты можешь дать ей на самом деле? Я не хочу тебя обижать, но ты сам все про себя знаешь. Я понимаю, что это очень трудно отказаться от любимого человека, но ты ведь сможешь. Ну, ради Маши. Вы, наверное, неправильно меня поняли. Я не собираюсь отказываться от Маши. Надеялась-то.
Я устрою тебя в институт без всяких экзаменов. Спасибо, мне это не нужно. Я дам тебе денег. Много. Сколько захочешь, только пожалуйста. Пожалуйста, оставь Машку. Я прошу тебя ради Бога. Пожалуйста. Я Машу ни на какие деньги не променяю. А вот это мы подарим от нас двоих. А что там? Там колечко. Лиза давно его хотела. Ну, так если подарок от нас двоих, давай, я должен скинуться. Ну, Егор, ну… Что? Ну, считай, что я сэкономила твои деньги. Нет, Маш, так неправильно. Я должен оплатить половину стоимости подарка. Ну, хорошо, ладно, ты оплатишь. Только пойдем уже скорее, а то опоздаем. Так не люблю эти незнакомые компании. Ну, перестань, Егор, там мои друзья. Ты просто будь самим собой, и люди к тебе потянутся. Угу. Пойдем. Привет. 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 Знакомься, Егор, Лиза. Очень приятно. А твои родители уже прилетели? Да, сегодня с утра. Прямиком из своего Фатерлянда. Кстати, смотри. Па-бам! Цвет белый жемчуг. 500 лошадок. Мам, пап, спасибо. Муа! Ну, я поздравляю тебя, твоя мечта сбылась. Спасибо. Спасибо. А Сережка что подарил? А Сережа мне подарил круиз по Средиземному морю. Мы договорились дорогие подарки не дарить. Мы копим на квартиру. Ну, молодцы. А это тебе от нас. Спасибо. А что это? Спасибо, дорогая, я так хотела такое. Спасибо, правда. Да, спасибо. Ничего, устоите, проходите в гостиную. Пойдем. Пойдем. Ребята, знакомьтесь, это Маша. Маш, привет. Сногсшибательно выглядишь. Привет. Спасибо. Познакомься, Егор, Игорь. Маша вам сейчас все подтвердит. Она видела своими глазами. Маш, пойдем на секунду. Ребят, я ее заберу, хорошо? Маша, пойдем, быстрее. Я сейчас приду. Сейчас на все подтвердит. Маш. Слушай, классный костюм. Спасибо. А вы с Машей вместе финансами занимаетесь или как? Нет. В охранном бизнесе. О. Я юрист. Корпоративное право. Мне кажется, ли я где-то видел тебя? У меня просто на лице память очень хорошая, и мне кажется, что где-то мы встречались. Подожди. В банке. Когда я заходил к Маше в банк, ты столы ей таскал. Да? Ну, ты же был. Подожди, или я что-то путаю? Нет, это ты. Да, я. Я же говорю, память хорошая. Игорюх, пошли накатим. Вискарь стынет. Да-да-да, сейчас. Хочу познакомить. Дорогие друзья, хочу вас познакомить с замечательным человеком. Это Егор, друг Маши. И работает он в банке. Знаете, кем? Охранник. Конечно, охранник. Что, правда, охранник? Правда, охранник. А что, какие-то проблемы? Собственно, нет. А... Игорь, пойдем? Стоп. Мы просто все очень хотим тебя спросить. Нам всем очень интересно. Каково это работает с охранником? Как, нормально? Все устраивает? Нормально. Че, зарплата хорошая? Брат, понимаю. Была бы у меня такая зарплата, я бы тоже молчал. Еще один факт. Что творится-то? Ребят. Боже. Егор, ты что делаешь? Ты видел? Да, кто-нибудь принесет. Я ухожу. Я ударил. Кошмар. Всем до свидания. Мы еще не закончили. Лиз, прости, я, наверное, пойду. Маш, ты с ума сошла? Ты с кем связалась?
Всем. Ты живой, нет? Вообще, привели, что ли? Лёня, может быть, я не знаю, что. Ну, что-нибудь. Ладно, пойдем. Егор, даже если он первым начал тебя задирать, это не повод махать кулаками. Можно же было как-то словами объяснить. Такие люди слов не понимают. Ну, ты же в гостях был. Ну, Егор, ну, так себя не ведут. Ну, ты просто тупо меня опозорил. Перед кем? Перед этими расфуфыренными дурами и пижонами, которые живут за счет своих родителей? Да что ты знаешь про них? Что ты знаешь? Они все зарабатывают сами и учатся. Что плохого в том, что они живут в красивых, дорогих квартирах, ездят на машинах и одеваются хорошо? Что в этом плохого? Ты просто тупо завидуешь. Я завидую? Да. Знаешь, Маша, если ты правда обо мне так думаешь, то я очень ошибался на твой счет. Да это я в тебя ошибалась. Придумала себе принца из детдома. Слушай, ну сдалась тебе эта Машка. Ну посмотри, вокруг полно нормальных девушек. А нормальная мне не нужна. Мне Маша нужна. Из нее получится идеальная жена. А у нее, по-моему, другие планы. И кавалеры тоже другие. Это мы еще посмотрим. Иди танцуй. Так, Маш, это же ожог, надо в медпункт. Да нет, дед Мит, все хорошо. Честное слово. Правда. Что-то я вас давно не видела. Да приболел я. Сердце прихватило после той истории с ограблением. Вот хочу в отставку подать. Заявление не забыл. Очень жалко, что вы от нас уходите. Вы очень хороший человек. Не болейте, ладно? Спасибо, Маша. Спасибо. Хорошая погода. Это да. Ой, Маша, а к нам вот Игорь в гости зашел. Угу. Говорит, с тобой о чем-то хочет. Я не буду вам мешать, да? Спасибо. Ну и чего тебе? Маш, я прощения хочу за вчерашнее попросить. Я Егора спровоцировал, и я не сдержался, извини. Хорошо, я тебя прощаю. Все в порядке. Маш, я кругом виноват, но я твой друг. Зачем я его? Я вот только позвала его на этот чертов день рождения. Поругались? Маша, это ерунда, бывает. Вы помиритесь. Правда. Сейчас это просто пережить надо, и все будет хорошо. А пока тебе одной оставаться нельзя, поэтому предлагаю прогуляться. Пончики твои любимые возьмем. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Курточку сейчас возьмем. Прогуляемся выше носа. Знаешь, мне было плохо, когда ты меня бросил. Сам виноват. Ну, конечно, кретин без мозга. Зато я теперь знаю, что такое настоящая любовь. Спасибо. Пожалуйста. Только знание ничего не значит. В любви каждый раз все заново происходит. Да, если что-то идет не так, всегда готовы прийти старые друзья на помощь, подставить плечо, ну или дать пинка. Ну, это я шучу. Пытаюсь тебя развеселить. Я поняла. А ты изменился. Причем в лучшую сторону. Я рада. Спасибо. Ну, где твои пончики? Пойдем.
Игорь, между нами, что у Маши с Егором? Ну, по всему видно, что что-то случилось, но она нам ничего не рассказывает. Насколько я понял, они поссорились сильно. Возможно, расстались. Не может быть. Почему? А ты бы узнал и рассказал. А то она нам с матерью не скажет. Хорошо, но только вы и меня поддержите, ладно, если понадобится. Ну, Игорь, ну, конечно. Но мы с ней получим всегда на твоей стороне. Ты же знаешь. Ну, я готова. Доченька, ну какая ты у меня красавица. Не то слово. Выглядишь супер. Души мои. Вы после театра домой? Лена. Да нет, я понимаю, они взрослые люди, сами знают, что им делать. Мам, мы пошли. Спасибо. Неужели расстались? Какое счастье. Я тебе говорил, все будет хорошо. Машка у нас умница. Что значит «по собственному желанию»? Объясни, пожалуйста. Я не могу работать в обстановке, когда на меня все смотрят, как на прокаженную. Да, ты права, Маш. Эта история с Геной, она, конечно, ужасна и, как бы это сказать, популярна. Я сама хотела попросить, чтобы ты подыскала другое место работы. Да, вы правы. Кстати, я спрашивала у наших сотрудников, никакая Света, которую Геннадий Петрович довел до сумасшествия, у нас не работала. Вы мне соврали, зачем? Каждый борется за свое счастье, как может. Ты еще молодая, потом поймешь. Вы счастлива? Нет. Зато теперь это мой кабинет. Желаю успехов. Вот я и уволилась. И эта новость хорошая или плохая? Ну, скорее хорошая. Поздравляю. А может, пройдемся? Давай. Чем собираешься заняться в освободившееся время? Не знаю, я пока не решу. Подскажу. Мы с тобой собирались махнуть в Венецию. Во-первых, ты очень хотела ее посмотреть. Да, я хотела, но... У меня сейчас обстоятельства изменились. Ну, обстоятельства меняются всегда, Венеция-то остается, поэтому мы с тобой собираем вещи. Игорь, я очень благодарна тебе за твою заботу и даже готова тебя простить за тот случай в клубе, но... Я люблю другого человека. Кого? Егора? Быдло, которое тебе недостойно? Да он не быдло, у него просто была тяжелая жизнь. Поэтому он такой резкий. И вообще, это я не права, что разозлилась на него. Так. Ну что, давайте... Знаете, за что вы? За наш 35-й детский дом. Где вот из таких... Сопляков делают реальных пацанов, как мы с Егором. Да, Егор? Давай! А я бы все эти ваши детские дома под решетку и колючую проволоку
Потому что оттуда один криминал выходит. Чё сказал? Это я не про вас с Егором, а так, в принципе. У него детдомовские просто хат вынесли. Суки. А так и надо. Чтоб знал наших. Слышь, сухарь? Мальчики, не ссорьтесь. Вы лучше расскажите что-нибудь смешное. Егор, а ты чего такой мрачный? Я мрачный? Да. Да я веселый, как Петросян, Мартиросян и Галустян вместе взятые. Нет, ну, ребят, ну скажи, что он мрачный. Нет, ты мрачный, а девушки таких не любят. А, девушки, как вороны, любят блестящие, красивые пустышки. Так точно. Давай. Нет, а чего ты обзываешься-то? Ты расскажи лучше анекдот какой-нибудь. А то поцелуй. Маша? Молодец, Егор. Что, зря время не теряешь, да? Маш, ну что за глупости? Мне кроме тебя никто не нужен. Егор? А я пришла... Не... Я за книгами пришла. Где? В библиотеку надо сдать. Маш, подожди, нам надо поговорить. Не надо. Ну, пожалуйста. Не трогай меня, сказала. И браслет свой забери. Джульетта, блин. Что не, это было? А если ей не надо, можно я себе возьму? А? Забирай. Ну что, кислые такие-то, а? Давай, наливайся, станцевать будем. Сейчас налью, Егор. Давай. Без вопросов. Мам. Ну как он так мог? Ничего, доченька, ну ничего. Может быть, это даже хорошо, что так получилось, а? Я тебе говорила, он тебя не достанет. Этот дедом. Задурил голову моему цветочку, моей девочке. Мам, ну почему мне не везет? Может, на меня кто-то порчен навел? Ну что ты говоришь, глупенькая? Ну, надо просто забыть его, да побыстрее. Слышишь? И все наладится. Я тебе говорю. Я же твоя мама. Я сердцем чувствую. Иди сюда. Хорошо прогулялись? Слушайте, пойдемте домой, а то что-то у меня ноги устали. Мам, ну ты чего? Мы всего 10 минут гуляем. Ну, присядь на скамеечку, если тебе тяжело. Смотрите, лошадка. Елена Витальевна, кажется, мы договорились, что вы уговорите Машу в Венецию со мной поехать. В этом парке работает Егор. Очень не хочу, чтобы они встретились. Хорошая лошадь. Мама, ты помнишь, как я в детстве каталась? Ну, конечно. По выходным по несколько раз приходили. Я хочу прокатиться. Только не смейтесь надо мной, пожалуйста. Какие проблемы, Маша? Два круга нормально? Хватит? Угу. А как зовут лошадь? Венеция. Маша. Это знак. Ты думаешь? А что тут думать? Слушай, поезжай в Венецию, а? Отдохнешь, расслабишься. Ты давно не хотел. Ну, мы вернемся другим человеком. Ну хорошо, раз вы все так думаете, хорошо. Маш, садись, тебя все ждут. А ты? Нет, не по мне развлечения. Я с Линой Витальевной здесь подожду тебя. Ну, поехали тогда. Поехали. Thank you.
давай, не дрейфь, пока никого нет. Сам не дрейфь, я батарею в 30 снарядов взрывала, не эту фигню. Да давай уже поджигай. Бежим! Полицию наберу. Какая полиция, Игорь? Делайте, делайте же что-нибудь! Да что я вам сделал? Я не укротитель, как лошадь я вам остановлю! Остановите лошадь! Осторожнее! Помогите! Там же дети, осторожно! Детей убирайте! Жизнь спас. Конечно. Я ведь твой личный телохранитель. Ты мой не личный телохранитель. Ты мой ангел-спаситель. На этот парк надо подавать в суд. Иск можно выиграть и хорошую компенсацию получить. Не Я лично нужно. Займусь этим вопросом. Не нужно никакого иска. Ничего не нужно. Я думала, вы мужчина. А вы просто... Вы тряпка и трус. И, пожалуйста, оставьте нас. Оставьте нас в покое навсегда. Елена Витальевна, вы не правы. Маш, тогда в квартире у меня ни с кем ничего не было, правда? Мне только ты нужна, я очень тебя люблю. Ты мне веришь? Верю, Егорушка, верю. Тихо, тихо, Егорушка, лежи спокойно, а то ты весь в ранениях. Тише. Тихо. Чего ты улыбаешься? Помнишь, однажды навсегда? Тихо.